Я считаю, во-первых, что если ты назывался лидером, то ты должен вести людей к хорошему, к добру, тем более православный человек. То есть религия это подразумевает добро, и рушить это уже не по-христиански. Тут есть другая сторона медали, те же самые Pussy Riot, которые забежали в церковь и пели, там исполнили концерт, тоже поступили нехорошо, и эти товарищи поступили нехорошо. Толерантнее надо быть, нужно быть добрее к другим и как-то мирно решать эти вопросы. Мирный человек, православный человек.